Персонал института высококвалифицирован в области новейших достижений в медицине. Вашим рекомендациям мы полностью доверяем. Уверяю вас, наша дорогая Изабель в надежных руках. В институт Розвуд могут обратиться только лучшие семейства. Он тебя подослал. Простите. Изабель, приношу извинения за бесцеремонное вторжение. Я доктор Кейн. Расскажите о ваших невзгодах. Говорят, мои фантазии и мысли недостойны настоящей леди. А я лишь хочу... Вы хотите свободы? Верно. Я дам вам свободу, которую вы жаждете, но вам придется довериться моим методам. Хотя они могут показаться нетривиальными. Начнем с самого примитивного из ощущений. Боль. Даже если половина этих байк правда, у них под контролем все суды, газеты, банки. Вы все время пробудете с этой девчонкой. Я творю искусство. Это все еще часть моего лечения? Да, безусловно. Вы же доверяете мне, Изабель? Зло должно стать единственной вашей радостью. Так добро пожаловать, дети мои, в час приобщения к родному племени. Расскажите мне все, Изабель Портер. Я была столь примитивна и скучна, забудьте об этом. Институт Роузвуд. Скоро в кино.